Беляль? Беляль? Я нашел, где находится эта яхта. Хорошо, я еду. Что значит еду? Ты не взял с собой своего друга? Нет, брат, я один приеду. Адрес мне скажи. Хорошо, но я в отделение поеду. Меня здесь не будет. Знай об этом. Знаю. Знаю. Где яхта? Хорошо. Как знаешь, порт Атакёй. Едет. Я слово сдержал. Сдержал. Теперь моя очередь. Брат Газанфер. Если пока мы здесь ждем, этот человек умрет. Такос! Такос, тебе говорю, у тебя нет плана Б? У меня есть еще один козырь. Есть. Но много проблем создаст на мою голову. Разве я тебе не говорил, чтобы ты мне больше не звонил, бесчестная собака? А? Из-за тебя я стал продуктом огромной организации. Что ты от меня хочешь? Спокойно, Газанфер. Человек, который преследует меня, тот, кто убил Аджана, нашел его. Ты еще недавно мне говорил, что стрелял все Аджана Зеки, привел мне этого человека в участок, в камере стрелял в Зеки, ничего не смог из-за тебя сделать. Забрали у меня это дело, я опозорен. Ты распутаешь это дело, ладно. Его друг у меня. Кто? Тот, кто в машину мою стрелял. Я же тебе отправил его фоторобот. Ибрагим, какая разница? Он у меня сейчас. Заговорит сейчас. Он ранен, эта псина. Умирает. Но мне другой сын человеческий нужен. Можешь привести мне? С одним условием. Я привезу Беляля, но ты его убивать не будешь. Узнай то, что тебе нужно, а потом он мой. Что смотришь, сынок? Разве ты помощи не просил? Мы полицейские, а не бездушные. Ладно, не буду убивать. Но сильно над ним поиздеваюсь. Этот тип умрет до того, как я заставлю его говорить. Джибраилю повезу на яхту. Он заставит его говорить. Того сына человеческого, что рядом с тобой, туда вези. Спасибо, директор, хорошо. Делай, что хочешь. Скоро будет. Почему опоздал? Почему сразу не привез его на яхту? У них еще один друг есть, третий. Сказал, его тоже приведи. К доктору отвез, задержал. У тебя есть еще друг, сынок? Нет, он не полицейский. Пожалуйста, ради Бога, помоги, умоляю тебя. Сделай что-нибудь, позвони кому-нибудь. Пожалуйста. Алло? Это сержант Гурур. Как дела? Слушай. Доктор, сейчас меня слушай. Я к тебе скоро с одним человеком приеду. Человека, которого ты ищешь, я видел. Он ранен, скажешь. Но ты не знаешь, где он, ладно? Еще скажи, что они про Яраса что-то говорили. Приедет? К сожалению, не может приехать. Такой театр здесь устроили, но... Ну ладно, ты готов? Готов. Внутри людей поставил, сзади тоже. Хорошо. Где этот Джибраил? Пусть Хасан передаст ему, что пока Беляль не приехал, он его не трогал. Что, за спиной у тебя я есть? Что тебе еще надо? Давай, проходи, брат, Беляль скоро приедет. Он еще на яхту твою нападет.
Где же этот Сары? Позвони ему, он уже опаздывает. Брат, ты же сказал, что нашел, где находится яхта. Нашел. Где ты? Я жду, мы же поедем вместе. Сары, ты же не едешь один, да? Сынок, ты что, с ума сошел? Из-за меня произошло, шериф. То, что случилось с твоим отцом, Сыбо, все это из-за меня. Не бойся, не бойся, больше ни с кем из-за меня ничего не случится. Сары, скажи, где это место, я еду, быстрей. Я не буду подвергать тебе риску, шериф. Поеду туда, освобожу брата. Сары, где это место? Не беспокойся, шериф, не беспокойся, брат. Ибо вернется. Даже если один, но ибо вернется. Иджевид, куда ты едешь? Аху, ты оставайся здесь. Аху, я сказал, оставайся здесь. Зеки, спасибо, Господи. Мне одному очень страшно было. Меня ранили, смотри. Знаю. Скоро шериф и Сары приедут, спасут меня. Сейчас уже приедут. Очень замерз. Холодно здесь. Кровь не останавливается. Пройдет, брат. Ты не плачь. Почему ты плачешь? Пройдет, я поправлюсь. Все хорошо. Зеки? Я поправлюсь, да? Ты забрать меня пришел? Зеки. Не бойся, брат. Я рядом. Откуда Гюльтен видно? Видно. Отсюда все видно, брат. Давай. Закрывай глаза. Я брат, я спасу тебя, я! Ну хватит, не плачь, не плачь. Моя вина. Из-за меня его туда посадили, из-за меня. Его выпустят оттуда, он там не останется. Сколько уже часов прошло? Скоро утро, его все не выпускают. Что нам делать? Мы ему не сможем помочь, будем ждать. Он совсем не ел. Очень маленькое место, страшное. Туда детей по одному сажают. По одному? Да, почему ты спросил?
Куда? Тревога, тревога, брат Хусейн! Что случилось? Брат Хусейн, что происходит, сынок? Что ты делаешь? Брат Саид, посмотрите, брат Саид! Что надо? Ты совсем страх потерял? Что ты творишь? Ты не сможешь ничего сделать, даже если очень сильно надо. Не больно. Сары, ты проходи. Спас. Я еду его. Ради Бога, держись. О, господин Беляль, добро пожаловать. Стой, кто там? Подними руки, руки вверх подними. Иди. Отдайте моего брата. Лицом к лицу встретились, наконец. Отдайте брата моего. Вот, я пришел, я здесь. Парень у меня в руках. Ты тоже на ладони. Обоих я взял. Зачем мне отдавать парня? Потому что я убил Асджана. Я стрелял. В грудь 3 раза. Чат, чат, чат. Без защиты. Оружия у него тоже не было. Так же, как я. Я убил Асджана. Разве ты не хочешь отомстить? Вот я здесь. Отпусти брата моего. Ты так сильно любишь своего брата? Ибо! Ибо, я пришел, брат, я здесь! Ибо, я здесь! Заберу тебя, я пришел! Почему он не открывает глаза? Он умер! Ибо, умер, умер! Подожди, посмотрю.
Скажи что-нибудь! Так не понять. Не надо, ладно, ладно, не трогай, ладно. Ты скажешь, зачем сделал? Какие у тебя проблемы со мной? Объяснишь? Расскажу, ладно, ладно, хорошо, расскажу, не трогай. Не трогай моего брата, отпусти. Кто ты? Какие у тебя проблемы со мной? Ты мне... Ты нам... Говори уже! Я вам что? Брата заберу. Выстрелю. Не трогай. Оставь моего брата. Я оставлю тебя. Брата заберу. Ирфан, уходим. Не собираюсь ловить. Я брата заберу. Ирфан, я сказал. Я убью тебя, ребенок. Узнал тебя. Узнал. Знаю теперь, кто ты. Все вы уничтожены. Потерпи. Немножко потерпи. Немножко потерпи, я пришел. Я пришел, брат, пришел. Пришел, братишка. Алло, Митин? Алло, Митин? Все правильно, Дживид. На этом месте произошло убийство. Эти люди снова тебе донесли, так? Именно, записку отправили, что сегодня ночью на яхте Яроса. И только. Все детали я тебе представлю. Спасибо за помощь. Алло, Ирфан, прошлое, будущее, все семейство этого человека я уничтожу. Не кричи, подожди, поезжай сразу на тот холм. Они сообщили в отдел по расследованию, я заметил. Поезжай сразу туда, куда я сказал, я позвоню. Узнаю, где находится Беляль, не беспокойся. Скажи мне это, скорее узнай. Я буду твоей смертью, Беляль. Потерпи его, немножко еще потерпи, брат. Шериф! Слава Богу, ты жив, где ты? Брат, я забрал его. Как он? Жив. Больницу скорее. Какая ближайшая больница? Больница. Туда езжай, туда.
Как знаток хорошо сказал, мы несчастные странники на жизненном пути. Единственное, что мы делаем, возвращаемся туда, откуда начали. 11 серия. Я здесь, Ибо. Я здесь, брат. Мы уже ушли оттуда. Посмотри на меня. Ибо, открой глаза. Ну, посмотри на меня. Ибо, я здесь, брат, здесь. Ибо! Что случилось? Что говорит доктор? Что он скажет? Ибо поправится, выйдет из больницы. Ничего не случится. Шериф,